занимается транспортом, да, то есть это большая транспортная группа, где работает очень много-много тысяч человек. Пожалуйста. Спасибо большое. Здравствуйте, коллеги. Не буду оригинальной, я тоже волнуюсь. На самом деле, сколько не выступай, все равно всегда будешь волноваться. Это как бы абсолютно нормальная история. Что еще важно сказать вначале? Компании UCL Holding уже нет, мы переименовались. И второе, вместо меня планировала выступать Валерия Ивлева, там у вас в программках написано, это наш HR-директор, но она тоже не смогла выступать, поэтому делегировала мне. Я как человек, рожденный в СССР, партия сказала надо, комсомол ответил есть, конечно же, не могла отказать. И как вот тоже докладчик, если вам позвонили, вы были в отпуске, вам сказали, надо выступить, то мне сказали об этом позавчера, когда я была еще в открытом море, потому что я буквально вернулась только что из экспедиции, вот это я. Ездила, да, в нашей компании, мы занимаемся там судоходными всякими, перевозим порты, грузы. Ездила по маршруту Санкт-Петербург-Роттердам с реальным судном и наблюдала за тем, как работает команда такой некоторой обстановки и, собственно, что делают лидеры с такими морскими командами для того, чтобы потом это перенести на нас с вами, на офис. И вот, наверное, одно из моих таких ключевых открытий, которым тоже хотела с вами поделиться, потому что вы, как люди, занимающиеся мотивацией, вам это важно. Я, наверное, впервые осознала и увидела связь между лидерством, сегодня тоже коллеги уже говорили о лидерстве, и некоторой щедростью или нежадностью. Вот обращали ли вы внимание, что настоящие лидеры, вот те, которые прям людей вдохновляют, за которыми хотят пойти, они, как правило, очень щедрые люди. То есть они не жадничают деньги. Вот мне кивают коллеги. Для меня это было удивительным открытием. То есть невозможно быть лидером, если ты жадный, скряга, и за каждую копейку, как говорят у нас, удавишься. К сожалению, щедрость, жадность — это такие качества, это не компетенции, и они не формируются, их нельзя в себе развить. Зигмунд Фрейд, психологи здесь есть, говорил о том, что они формируются.